Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет новая игрушка на андроиде под названием... Stick Battle. Да? Все так просто? Короче... Ну там еще какая-то приписочка надо. Много кто из вас писал, что не хватает игрушек на андроиде. Так вот, вроде как вышло новое, и вы любите также стикманов, и вот хочется попробовать. В общем, фишка такова, что вы собираете свою армию. Причем интересно, да, показали нам механику, что можно простых соединять, да, и получить более крутые. Я люблю, кстати, такие темы. Да, игрушка еще не особо популярная, поэтому щупайте тоже, пишите свое мнение, не забывайте подписаться, ребята, лайкосик поставить, в общем, заходить на Boost, Telegram, Discord и так далее. Там, да, потом, в общем, покажу. Поддерживайте да, нас и да, наш канал. Да, да. Ладно, в общем, не знаю, для чего набирается пока что у нас монеты. Ну, вот. Наверное, может быть, либо потом карточки какие-то покупать или... У нас новая фишка какая-то. Что-то понятно, можно, опять же, за открыть рекламу... Открыть лучника сразу, да. Ну давайте. В общем, мы что-то открыли, у нас что-то там далось, но потом везде появилась реклама, потом, да, мы решили, а нафиг оно надо. Так, у нас появился, в общем, как его... Бронзовый какой-то. Возможность, видишь, открыть. За 2000. Еще можно открыть, давайте откроем. Мы еще лучник получили и хватит. Еще можно, я так понял, получить. У нас новый персонаж лучник. Давай вот так пока ставим, сразимся, а потом соединим. Просто посмотрим, эволюция нашей армии, так скажем, начинается. Ну, на самом деле, игрушка выглядит интересно. Это такой некий тапс, но в каком-то смысле где-то еще можешь прокачивать персонажей своих. Слушай, лучники не такие плохие. У нас один помер-то. Ну что, теперь застрелили? Ой, нас все померли. А так а ничего не страшного, ты думаешь, все, заберет навсегда, что ли? Мне кажется, как бы, типа, ты сражаешься, и потом армия возвращается. Так, у нас появился магазин, да? Давайте посмотрим, что у нас в магазине. Понятно, куча доната, этих, как его, всяких там бесплатных монеточек, гемы еще есть, и так далее, там пойдет. Ну, понятно. И все как положено. Ну что, попробуем? Давай соединяем их. Получились, ну, типа, армия лучников, да, у нас такие. Хорошо. А этих, как бы... Ну, понятно, только менять местами. Давай вот так. Либо поменяем. Нам надо будет потом еще одного. Ну, короче, обычного. Нужно открывать. Да. Было бы круто, если бы в этой игрушке был мультиплеер, но по трейлеру я видел, что тут офигенные боссы на самом деле потом будут. Я надеюсь, у меня в голове ничего не перемешалось. Да, тут еще, знаешь, а вот это, конечно... Мне все хорошо будет. Думаешь, давай стрелять. Все, молодцы. Было близко. Я была уверена. Тут надо еще, мне кажется, знаешь что, грамотно их, возможно, даже расставлять. Типа лучников подальше, что ли? Да. Ага, у нас, смотри, за 2000 еще. Давайте откроем. Отлично. Ну, тут уже понятно. И мы можем соединить. У нас две такие. Вот соединить. Давай вот так. Так и прикольно, армия. Уже серьезно. Я тебя понял, да, да. Слушайте, ну, в принципе... Либо знаешь, что еще можно было сделать? Еще подальше мечников отогнать. Чтобы наши лучники успели пострелять вот по этим. Ну, согласен. Все, вот это хана. Погоди. Там еще лучник. А, ну лучник, конечно, вот да. Да все, подохли. Ну, хотя за это тоже деньги дают. Так, значит, хорошая тема. Давайте вот так поставим и попробуем. Да. Хотя, смотрите, если вы проигрываете, все равно монеточки дают. Ну, давай посмотрим. Ну, чтобы вы хоть как-то могли, а то, прикинь, вот ты все так, типа заменил. Так, ну, слушай, вот это уже на что-то похоже. Давай помогай, что ж ты станешь, ты смотришь. Я думаю, что... Лучник, хотя... стреляй, yes, все. Блин, как можно сильно увеличить? А, слушай, ну-ка, сейчас я посмотрю. А, вот нам дали дневную награду какую-то. Ты имеешь ого! В виду с помощью рекламы просмотра? Да, умножается. Я хотел сказать... это на 10 уровень, что более крутой пак. Да. Вот что я как раз еще задумался. Ну давайте, ладно. О, это со щитом, такое? Чел. А, это щит, я думал, типа мужик спиной стоит какой-то. Че так отвернулся? Расстроился, что-то приуныл. О, железный защитник. Давай его тоже как-то... Ну нет, давай, во, ну все, да? Оки-доки. То есть, ясненько. Ну да, опа, маг-чародей. Ой, ё-моё, какой-то мощный. Слушай, есть на что посмотреть, на самом деле. Персонажи даже интересно, каких-нибудь злодеев разглядеть. Ну нет, кто никакой мощный? Нет, золотой вот он. Я думал наш. Ну, может, по крайней мере, он один. Ой, именно из-за знаешь, этого. Мне какую игру напомнила? Помнишь, розовыми человечками еще... было, там тоже как-то соединять. Ну да, как да, там... я поняла. О, тебя. Отлично. Забыл, как называется. Уже прям... Похоже... Ну мы оставим ниндзя. Так, я так понимаю, они по скорости стали.
более какого. Ух ты, бог ты. Вот это нам, конечно, будет сейчас проблематично. Ой, мужики, я вам не завидую. Тыщ! А, нет, слушай, ну вы... Он, наверное, с двух ударов гасит. Да, у него еще ярость какая-то включена. Так, ну не, у нас, мне кажется, шансы его, есть. Мочите его, ну там еще лучник, блин, дурацкий. Ну он капец, это что за здоровяк? О, причем какие-то ключи, что за ключи? Так, один надо вдох. Надо же, ну все. Перестреляет ли наш крутой? Не, наш не перестреляет. А, было близко. Ай. Ну ладно. Жаль. Что жаль. Можно сделать? Так, денег у нас нет. А я вот так поставлю, немножечко сменю так. Ну, проверим. Ну, вдруг сработает. Так, ладно, давайте, стартуем. Просто вот здесь их держать вот здесь. Смотри, я сейчас кучи на него насядут. Да, и кучи получат, возможно. Они на него напали. Есть! А, вот ну, так. Сработало, вот. Да, сработало. Так, каждый раз надо по новой ставить. Все, получили леща. Слушай, и с этими деньгами пока что нормально. Да, справляемся. Так, ну нам в любом случае пока купить ничего нельзя. Идем. Я сейчас еще раз посмотрю. Тут, ну, понятно, что можно какие-то за бесплатным, но да, мы отключили такую возможность. Идем дальше. Это вызов. Обрезали провод. Это вызов для нас. Так, ну здесь просто всякие... Ну, лучники, правда, сейчас по ним так нормально. Главное пробить начальную. Все, пробили. Ну все, разбегайтесь, мужики. Давайте добегут быстрее. Ли? Хотя бы удар сделай. Ну, вот, друг друга супер. Перебили. Ну все, тут шансов у противника ноль. И у нас... Изи. Нормальный, ну, достаточно. Конечно, да, во много раз прям можно о, увеличить. О, покрутим. Давай. А, механики выпадет? Появляются новые. Как либо давно. Чуваки, карточки, мне кажется, кристалл. Либо монеты. Чуваки, Чуваки, 4000, ну, в принципе, неплохо. А что это такое? Чего? Нам золото дали. Вот, видишь, где стрелочка-то? А ты куда смотрел? Почти близко. Вон карта какая-то была. Я вот про нее и говорила. Хотела сказать, мобильные игры хоть как-то преображаются. Даже вот реклама была этого стендоффа. Блин, ну неплохо выглядит. Так, еще будем крутить? Да. И еще можем. Ну давай. Ну все, хватит. Для чего ты, ну как сказать, монеты для этого и нужны. Соединяем. Слушай, понятно, мы еще пока не можем. Надо еще, блин. Ясно. Но зато смотри, у нас какая по численности армия. Да, есть с кем посражаться. Он уже с какой-то кастрюлей пришел, сковородой. Мы какие-то ключи у кого-то получаем, интересная тема. Ну все, шансов противника я могу сказать. А это вот как раз у этих золотистых, вокруг них, как будет вот эта аура золотистая, это с ключами. Почему они, интересно? Мы потом, наверное, узнаем, для чего эти ключики. Такс, хорошо, тут так, просто идем дальше. У нас, да, не хватает. Ну, мы сейчас 10 уровня будем. О, боже, это какие-то бомбы. Ой, они, то есть потом взрываются. Наверное, это... Ой, да, ой, точно. Ой. Опасно, вот как. Тут, ой. Так, у меня есть идея. Надо лучников ставить как-то. Ну, хоть бы взорвался, что ли. Либо, знаешь что, поставить сначала тех, которые не особо мощные, вперед, да. Ну, вот так. Пускай они сагрят на себя, как бы хорошо. Это ни звучало. Давайте проверим Юлину тактику. Мы проявим себя. О, вот эти хорошо вот перебили. Вот идет... Все, отлично, перебили. А, все, ну все, идет... победа, молодец, твоя тактика сработала. Причем у нас столько много народу осталось. Да. Так, 2000 накопили, но, мне кажется, сейчас 10 уровень будет, да, у нас? Или после 10? А, вот сейчас надо бы. Так, а нет, 5 косарей уже сильверпак. Ну надо накопить. Конечно. Интересно, конечно, с рекламы гораздо быстрее. Да, ну ладно. Ну сейчас проверим, так. Кстати. Ой, а мы правда в этот ой, раз что-то не немножко. А вот это ГГ, это ГГ. Да, все. Каждый раз. Ну, капец, он лучника с одного удара. Да. Ну тут можно уже даже не смотреть. Go home называется. Да. Так. Но я считаю, здесь надо просто навалом идти. Здоровяков надо, да, ставить вперед. Причем вот так, я думаю, что... Ну давай, да, попробуем. И вот лучников я вот так поставлю. А поймешь почему? Сейчас увидишь. Чтобы они сразу же стреляли. А, ну, давайте. Давай проверим. Ну, что-то они... Кому они блин, стреляют? Блин, они вот как-то не в центр встали. ГГ, ВП, как говорится. Ну, убили, но это, конечно... Ну, их смотри, слушай, сколько здесь. Нас заставляют, видать, потратить. Блин, они еще на лучника тут зарядили. 2000. Не хочется тратить. Ладно, лучников подальше. Все-таки вот этого вот так. Он посередине. Надо посередине, нет, посередине сам. Мне кажется, самых мощных. Они, ставить. Короче, знаешь, как идут? Они прямо просто идут, по факту. Да, тогда да. Вот так. Давайте так посмотрим. Должно что-то получиться. Let's go, мужики. Если сейчас не получится, ну придется за 2000. Блин, эти длинные, надо было сначала щитовиков нести вперед. Да блин, не, это конечно вообще ГГ. Да, у нас не прокачано. Просто никаких даже шансов. Даже еще хуже стало. А, слушай, погоди, было. Мы хоть деньги получим за ну, проигрыш. Да.
что я что-то выхожу. 3000, да, уже почти. Гет, ну давайте попробуем, просто что будет. Типа нельзя. Ладно. Так, давай купим сундук. Сейчас, погоди, последний хочу попробовать. Можно? Вот последний тактос. Где лучник? Куда я его убрал? Вот так. Просто чисто вот. Давай. Мысли, так скажем. Давай, посмотрим. Так, немножко оттяну. Блин, вот эти добивают нижнюю, и все, конечно. У меня еще, конечно, была мысль, но не факт, что она сработает. Ну тут мы прям заткнулись, так скажем. Хорошо, есть мысль или покупать? Давай так. Вот лучников вот сюда поставим. Так. Чтобы они раньше начали стрелять. Слушай, можно я вот так еще сделаю? Вот да, сюда. Давай вот так попробуем. И все. И пойдем покупать уже точно. Просто снизу вот пробиваются и идут вверх. Вот этого нам не нужно допускать. Зачем свернул? Даже хуже стало. Как тактика ну сильно влияет. Тут игра не оставляет нам иного выбора. Ну да, нам до 5К очень долго. Эх. Но тут реклама снизу. Мне не нравится, что контекстно появляется. Поэтому, как говорится, что будем так держаться пока что. Если что, за кадром открываем? Это можно будет набить. Да, давай простых купим. Так, ну что? Так, нас соединяем. Более... Вот. Wow. Вот теперь можно попытаться ответить, да? Ну давайте таким, что ли, образом. Ну давай. Смотрим, как изменится. Либо лучник. Блин! Их надо было. А, все. Поближе правильно. Поставить. Ну, сейчас-то они, может, хоть что-то из себя представляют. Wow. Ну, как бы уже да. Лучше. Тут лучники остались против щитов. Так. Давай ударь хотя бы. Ну они слабые, они слабые. Да слабые. Блин, это очень близко. Это очень близко. Что можно здесь изменить? Мне кажется, лучников вперед. Ближе ставить. Давайте попробуем, да. Может, что-то изменится в этой ситуации. Так. Лучники сразу же, им не пришлось идти. Но хотя фиг знает, есть ли вот это, считается ли... Как будто еще хуже стало все, я не знаю. Да не так же. Так же, да. Стреляйте, лучники, ну работайте. Сейчас это не дойдет ни до куда. Дойдет. Блин, ну сейчас шансов больше. Ну стреляйте, что ли, блин. Почему вы по-разному-то? Фу, спасибо. За 8. Нам какой-то билет дали. Это типа, как его, боевой пропуск, что ли? Ну да, наверное. Есть смысл покупать, да? Пока прокачаем армию. Конечно. Это простой чувак у нас, да, по-моему? Хорошо. Его, ну пусть бегает как сам по себе. Посмотрим. Проверим, что у нас в новом уровне. Да. О боже, у нас, смотри, навык какой-то. Вау. Ага, типа все эти стали, смотри, какими опасными ребятами. Атакуют быстрее как будто. Да, они атакуют, но я думаю, что атака сама по себе побольше стала. Ну все. Это здесь... мы и выиграли, спасибо. Да. Благодаря этой штуке, я не знаю, как она будет копиться еще. Так. Такс, получается, просто идем дальше. Далее, да. Смотреть, что у нас там попытаем будет. Попытаем свое. О, ну смотри, тут можно сразу. У нас так... хотя бы вот эти. Опа. Реально крутые чуваки есть. Долго которые... только они надо было с самого начала. Со щитами, айрон. Вот эти. Да. Ну, армия есть против. О, боже, ничего. Ну, он хотя бы на себя отвлек внимание. Гаси их. Ну слушай, в принципе, некоторые шансы. Блин, нет, лишние шансов стрелы. Нет. Ну давай. Все. Ну, оно же это была смертельная, это была смертельная. Полетела игра. Я знаю, как что нужно сделать. Я небольшую ошибку сделал. Вот. Чуть раньше надо. Да, получить. Потому что они получили урон от ближних этих. Да. И вот тут уже куда посерьезнее армии направляют. Бегите. Даже наш один простой. Да, прям да. Смотри, ну это просто. О, и все. Это другой разговор. Вот слушай. Во всем надо грамотно. Как нарастилась сложность. Мне очень хочется увидеть серебряный сундук. Хотя поэтому игра... мы... Надо идти. О, боже. Сразу же. Давайте. Так. Ой, они, смотри, слушай, перебежали правильно, на другую сторону. Правильно. Очень правильно. Сейчас большую атаку получит. Все.
все. Ну, шансы бегите, есть. Бегите, бегите быстрее. Да все, сейчас... Единственная проблема, то, что они порой все вместе ходят, и из-за этого люди... Ну, тут сложно угадать, сложно. Так, и еще буквально... Вот слушай, как можно сильно благодаря рекламе прокачаться. Ну, блин, отключили для вашей красоты, не чтобы... Не забывай включать эту. Да, чтобы вам симпатично все было, ничего не мешало. Да, и мишки монтировать проще было. Да это фигня, на самом деле, по большому счету. Я не против вот этой рекламы, когда ты сам жмешь кнопку, но снизу еще такая контекстный, табличка появляется, да, и мне ничего ее блюрит, либо ничего, короче, не симпатично получается. Да, вот в чем проблема. Прям вот по факту, как говорится, как есть, да. За эстетику мы боремся, как говорится. И наши тоже борются. Давайте. Опа, ты видал, что вот тут? Да. Они со спины. Вот тут уже надо будет повнимательней. Ну, хотя их запыряли. Вот тут сейчас будет проблема. Не, не проблема. Ребят, так, давайте, давайте. Ну, все шансы у вас есть. Отомстите за Лучин, ты большие шансы. Все, мы даже с этим справились. Опа. Даже гемов немножечко отсыпали. Нам еще осталось одну победу. Вот теперь я вот сделаю вот так, на всякий случай. Ну, я да. понимаю, что это не особо мощная защита. Но ну, это хоть что-то. Так, лук, ой, лук, говорю, эти. А этих нет, ключ. Кстати, в этот раз заметил. Да, да, да. Ну, ладно. Все, мы собрали, кстати, три ключа. Не знаю, что это дает. Его. Тоже не знаю. Может, кристаллы нам за это будут. Так, все, ну, я думаю, шансы приличные здесь. Сейчас, да. Все. Зашинковали. Отлично. Есть. Что, идем теперь, открывать? Да, 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 да. И еще три ключа, может, что-то сейчас, опа. Лучший приз. Восьмерку, можно выберу восьмерку. Ну ладно. Так, ты выбираешь три ключа у нас. Я вот этот выбираю. Еще хлеще. Давай на Цуефа кто из нас. Цуефа. Цуефа. Цуефа, вам не видно. Цуефа. Так, я победил. Первый. Есть! О, отлично. Отлично! И типа супер. Еще за рекламу можно было эти. Еще ключи. Три ключа. Шотган. О, вау. Боже, это классно. И мы сразу же еще супер прекрасную вещь. Да. О-о-о-о-о-о! Ну все, шанс противников просто. Орк у нас появился. Жесть. Но он, мне кажется, тяжелый и должен вперед. Впереди бежать. Ну что, посмотрим, нашу теперь армию. Блин, а прикольно, слушайте. У нас один чел там прикрывает. Пойдемте посмотрим. А у него тоже, а, да? Сзади, сзади, сзади. Где наш шотган? Смотри, бух, куда-то стрельнул. Ой, да тут шансов мало. Да. Смотри, какие трубки. Офигенная игра, мне прям нравится. Да прикольная, на самом деле, мне нравится прогрессия. Она прям очень сильно ощущается. Сейчас. Почти открылась. Подкрепить даже. Хочу нашу успешность. 18 уровень, сколько тут их всего. Ни карты, ничего не понятно. Ох, боже, слушай, смотри, сколько их тут. Да. Этих нету. Шотган в далеко этот стреляет, раз. Кстати. Да, 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 и мощный. Не такой уж себе шотган получается. Ну все, как появились эти кабаны. Я не знаю, эта игра нам дала, как знаете, бывает, специально мухлюет она и дала крутых на 3, типа, чтобы. А можно еще накопить на 5000-ный. Ну, в принципе, давай попробуем здесь. Интересно, такое... интересно. Азарт, азарт проснулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Миша, поздно, два поздно. Раза мисс клик. И сзади появились еще эти. Ну сейчас, сейчас, ничего страшного. Видишь. Даже так. Это было быстро. Это получается еще да две сейчас, победы. Да. Ну просто смотри, пошло сразу же все. И не атака. Забывай. Опа, вот это, кстати, не факт, что нам так, как-то победили. Они еще и со шлемами какими-то крупными. Да, копейщики какие-то. Да, да, да. Ну ничего, у нас есть огромный орк. Сейчас да, орк собирает урон, я думаю, прилично все. Еще видишь, он там оглушил кого-то. Так, все, отлично. Супер. И еще одна победа. И да. у нас будет, как сказать, новый возможность. Сундук. А прикинь, если можно орков потом явно соединить. Я думаю, да. Это будет что-то серьезное. Вон, кстати, еще один ключ. А, да. Прикольный механик с ключа. Опа, да, 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 орк да, да. по области, что ли, дал? Или чем так? А я не знаю, либо шотганом, может быть. Все, развалили. Ну что? Идем Очень открывать. Важный Любовь момент. Будет. Либо сейчас несколько маленьких выпадут. Так. А, ну это прокачанные эти. Ну да, но у нас нечем их соединить. Ладно, в любом случае, клевая игрушка. Я уж не знаю, что там по поводу продолжения. Я надеюсь на продолжение. Все так зависит что, ребят, от вашей поддержки. Да, там лайкосик, подписочек, просмотр. Все это мы посмотрим, как нужно будет. Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.